По поводу обсуждения в соцсетях темы пропусков для проезда прохода на территорию жилмассива в целом и для прохода на территорию обслуживающего кооператива «Люсдорф», в частности, пропусков для лиц, которые приобрели квартиры в жилом комплексе, в новом жилом комплексе «Парк Савиньон». Я с полной ответственностью констатирую следующее. Первое. На данный момент ни одного пропуска для жителей «Парк Савиньон» на территории жилмассива «Савиньон» не оформлялось. Второе. Больше того, в бюро пропусков жилмассива не было ни одного обращения, не было ни одной заявки со стороны указанной категории лиц, тобто новых жителей «Парк Савиньон», по поводу оформления пропусков. Я, как директор охранного предприятия «Дефенс», с полной ответственностью заявляю, что никаких указаний по поводу оформления пропусков для жителей «Парк Савиньон» ни от кого я не получал. Следующее. В дальнейшем, как и сегодня, охранное предприятие «Дефенс» в допуске людей на территорию будет руководствоваться требованиями, которые записаны в договорах между общественными организациями, обслуживающими кооперативами и охранным предприятием «Дефенс». Строго руководствоваться этими положениями. В то же время я не исключаю, что кто-либо из жителей данного нового жилкомплекса «Парк Савиньон» имеет пропуска на территорию жилмассива. Ларчик здесь открывается просто, потому что заказывают для них пропуска те лица, которые являются собственниками домостроений на территории жилмассива «Савиньон». Это знакомые, это родные, это близкие. Собственники, проживающие на территории жилмассива «Савиньон», заказывают пропуска и оформляют их в бюро пропусков на те адреса, которые являются их домостроениями. Если у кого-либо появится, будем говорить так, пропуск, выписанный конкретно на жителя «Парк Савиньон», пожалуйста, обращайтесь в службу охраны, тобто к нам сюда. Будем вам давать конкретные объяснения, разбираться сами и так далее, и так далее. Если появятся какие-то новые, подчеркиваю, письменные дополнения к договору о допуске на территорию, будем говорить так, жителей «Парк Савиньон», утвержденные соответствующими управлениями общественных кооперативов, естественно, мы как исполнители будем выполнять и эти задачи. По поводу допуска посторонних лиц, коими являются и жители «Парк Савиньон», в различные, будем говорить так, торговые точки, находясь на территории жилмассива «Савиньон». Те, кто являются владельцами этих точек, они являются такими же домовладельцами, как и все проживающие на территории. И поэтому, руководствуясь их заявками, мы пропускаем людей на территорию.